Плитка у нас керамин, белорусская. И судя по рисунку, выкладываться она будет именно вот так. Вот здесь у меня все четкое примыкание. И что мы видим? Что вот эта плитка меньше, чем гладкая. Придется швы разгонять. Сделал обрешетку и обвязку. Ножек у нас нету, будут подпорки из кирпичей. Ванну с этой стороны я специально не допенил, чтобы она мне не мешала делать обрешетку. А с той стороны она запенена до самого верху. Вот сейчас, когда сделал обрешетку, можно будет допенить. Раз у нас шов пойдет вот здесь, поэтому, думаю, наверное, правильнее будет сделать не такое примыкание гипсокартона, а чтобы это соединение было на одном профиле, вот примерно вот в этом месте. Конечно, это не обязательно, но хуже не будет. Здесь у нас будет теплый пол, и он настолько тоненький, 2,5 мм, что я, наверное, его даже заливать не буду равнителем, а обмажу в клей. Сейчас вот датчик в гофру засунул, сделал штробу предварительно. Thank you.
Вдоль у нас уровень есть, а поперек нет его. Ну, почти. Можно, конечно, и так оставить, просто взять слоем клея выровнять. А можно подложить просто вот эти подкладки оконные пару миллиметров. И согнать просто, сделать направляющий, своего рода натертый маячок. А потом он высохнет и уже поперек пройтись. Плитка вот такая будет, 92 на 25. Та же фирма, что и на этой стене, и те же размеры. Единственное, что цвет только другой. И там она будет также выкладываться, как здесь, кирпичиком. Не хотят они на треть смещать, хотят именно кирпичик. Накрутил саморезики, чтобы они выступали, как будто это толщина клея. А сейчас можно сделать вот этот шкаф, вернее рамку из шкафа.
Вот из того шкафа будем делать рамку. Сколько здесь? 8 и 6. Ну вот сантиметров 10 можно сделать. Сейчас нужно второй шуруп вкрутить. Сделал метки вот на 10 сантиметров. Ну и так со всех сторон. Можно уровень, в принципе, использовать как направляющий. У него размер 6,2, а у обзика 3,8. Вот и получается 10 сантиметров. Можно положить уровень прям в западлицо с этим краем. И вот тут обзиком пройтись. У пилки зуб кверху направлен, поэтому сколы все снаружи. Это невидимая часть, а внутри видимая, внутри все чистенько. Сколов вообще нет. Здесь в профиле брусок идет. Нужно померить, сколько до бруска. Ну, вот примерно на 6 сантиметрах можно делать отверстие. Вот нашел такую оконную подкладочку. Можно вот так на толщину этой прокладки вытащить. На данном этапе закончил с санузлами. Здесь останется повесить полотенчик, зеркало и душевую стойку. Ну и, соответственно, установить дверь. Затирка у нас церезит, графит. Внутренние углы все засиликонены, тоже церезитом, графит. Вокруг ванны тоже силикон. Наружный угол металлический. Это пожелание заказчика. Да, и ниша ему тоже здесь не нужна. Ванна 1,80 м на 80 м, металлическая рокка. Сифон Макалпайн с возможностью прочистки гидрозатвора сверху. Смеситель ИДИС. Высота смесителя тоже по желанию заказчика. Я сначала думал, будет вот здесь. Но он захотел вот именно во втором ряду. Плитка у нас эта съемная. При необходимости ее можно будет снять. Тумба Акватон. Мойка Сантек, смеситель ИДИС.
Сифон МакАлпайн, краники, фары. В туалете у нас та же плитка, та же раскладка. Внутренние углы тоже засиликонены. Мойка Сантек, смеситель Гро, сифон МакАлпайн, краники, фар. Инсталляция Гиберит, унитаз Коло. Безободковый. Лючок сделан из кухонного шкафчика. Все, до свидания.